What is happiness for you? Я обещал рассказать об вот таком странном космическом предмете. Этот странный космический предмет — это лабораторная лейка. Почему она в фольге? Потому что в предыдущий раз при изготовлении сред эта посуда стерилизовалась в этой же фольге и ждала своего звездного часа до тех пор, когда мы начнем ее использовать. Такие предосторожности никогда не лишние. Нужно постараться все сделать максимально в стерильных условиях. Мы проведем такой маленький эксперимент на готовность нашей питательной среды и посмотрим, насколько она уже готова к тому, растворился ли хорошо агар и будет ли он относительно эталона. Наполняем какое-то количество. Видите, саму среду нужно держать при нагретом состоянии, иначе немножко так попало на стенки. Давайте поместим его сейчас в холодную воду. Некоторое время подождем и узнаем, достаточно ли хорошо растворился агар и будет ли образовываться гелеобразное состояние. Можно ли уже его разливать по основной таре.